в моей жизни, плохое или хорошее, отвечаю я сам. Передать большой привет всем. Чем лежать на диване, я предпочитаю делать то, что приблизит меня к моей мечте. И пусть этот шаг будет малым, но я знаю, что отдача судьбы будет намного мощней. Мне тоже страшно, ведь я двигаюсь на ощупь, как ночью и в темных очках. Это не важно. Слышу от многих, дела не очень. Эта жизнь проверяет, насколько ты прочен. Только не подведи ее, сделай шаг вперед. Можно винить обстоятельства, погоду и руководство, но тогда в душе ты останешься тем же монстром. Я так не привык негативить, это ведь просто. Лишь иду к вершине, где муза мой главный спонсор. Нет, ты не понял, я не лечу. У всех свои цели и мотивация. Просто люблю наблюдать за тем, кто винит не себя, а ситуацию. Забив на развитие, хавают то, что полегче. Считают, что правы, но страх постепенно карабкается на плечи. Больше улыбок и без нервов. Не обязательно быть первым. Находить в гуще событий. Альская банка консервная. Так что мурашки по телу. Надо найти свое дело и доказать, что ты смелый. И ты смелый. Надо пытаться мозгами подчинить себе это пространство. А делать добро, и оно будет возвращаться. Начни менять свою жизнь без обмана и лжи. Скажи, я жив, и дальше все удастся. Мозгами подчинить себе это пространство. Делай добро, и оно будет возвращаться. Начни менять свою жизнь без обмана и лжи. Скажи, я жив. Надо пытаться мозгами подчинить себе это пространство. А делай добро, и оно будет возвращаться.